Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Девчонки, весна уже наступила, лето на носу и пляжный сезон не за горами. А это значит, что мы должны выглядеть идеально даже в бикини. И сегодня мы будем подтягивать и укреплять внутреннюю поверхность бедер. Но прежде чем приступить, я хочу похвастаться своим новым костюмчиком от Jim Beam. В этих лосинах вы всегда будете выглядеть идеально, без всяких изъянов, потому что здесь такой высокий, плотный пояс, который подтягивает ваш животик. Строчка на попе красиво подчеркивает ваши ягодицы, делает их круглыми и выпуклыми. Ну и, конечно же, черный цвет, он всегда смотрится выгодно, он нас стройнит, мы становимся более изящными. В общем, только плюсы, и тренироваться, кстати, у них тоже очень и очень удобно. Ссылочку на лосины и на короткую футболочку, на топ, я еще и в топе от Jim Beam, я оставлю в описании под этим видео. Ну, а мы, конечно же, приступаем к комплексу и начнем мы с разогрева. Ставим ручки на пояс и начинаем круговые движения только тазом вправо. Поехали. Разогреваемся, у нас впереди комплекс, и комплекс у нас интервальный. И батя пришел на комплекс, да, девочка моя? Залазь, ложись. И в другую сторону. Еще четыре. Три. Два. И последний раз. Сделали. Станьте устойчивы. Сейчас будем балансировать на одной ноге. Делать вращательные движения наружу, левой ногой. Руки перед собой для равновесия. Поехали. К себе. И наружу. Раз. Разогреваемся. Еще четыре. Три, два, и в обратную сторону. Держим равновесие. Еще два раза. Хорошо, и меняем ногу наружу. Еще раз. И два. И внутрь. Еще четыре. Три. Два. И последний раз. Хорошо. Колени. Подсели и вращение вправо. Разогреваемся. И в другую сторону. Широкая постановка ног внутрь. И наружу. Хорошо, голеностоп. Девочка, которая стесняется. И в другую сторону. Хорошо, другая нога. И в другую сторону. Хорошо. Начинаем комплекс.
У нас 45 секунд работы, 15 секунд отдыха. Каждое упражнение по 2 повторения. Первое упражнение – это махи. Это такой тоже разогрев. Но мы на этом упражнении также должны уже прочувствовать внутреннюю поверхность бедер. Подтягиваем ногу за счет приводящих мышц. Кто сейчас не чувствует внутреннюю поверхность бедер, так же, как и я, ручка на бедро. И сосредотачиваемся на мышце, над которой мы работаем. Думаем внутренней поверхностью бедер. С выдохом напрягаем и подтягиваем бедро. Приводим бедро. Отдых. И другая нога. Я всегда, когда работаю с девочками, допустим, качаем попу, я всегда говорю: думай попой, думай попой. Я знаю, что это смешно звучит, но вы должны думать над мышцей, которой работаете. Кто-то тренируется и сидит в телефоне, либо общается с кем-то. Я не знаю, как они чувствуют ту зону, над которой работают. Тут важно, очень важна нейронно-мышечная связь. Качаешь грудь, думай грудью, качаешь попу, думай попой. А потом я не чувствую. Конечно. Хорошо. Широкая постановка ног, носки смотрят в стороны. Колено по направлению носка, у нас приседание с умом. Здесь мы будем чувствовать и внутреннюю поверхность бедра, и ягодицу. Что плюс? Садимся и на выдохе встаем. Сели, встали. Сели, встали. Все чувствуют внутреннюю поверхность бедер. Сели, встали. С выдохом. Бедра раскрыты. Я на коврике, потому что я буду скользить на ламинате. На коврике мне удобней и больше потрачу времени, собирая ноги в кучу. Сделали, отдыхаем. Второй подход. Поехали. Сели, попа назад. Работает внутренняя поверхность бедра и ягодичная мышца. Вверху выдох. Колени строго по направлению носка. Носки смотрят в стороны. Сделали. Следующее упражнение мы добавляем. К этому упражнению добавляем подъем на носки. То есть мы сели, подъем на носки и встали. Постановка ног, все такое же. Поехали. Сели, носки и встали. Сели, носки, встали. Сели, подъем, вниз, встали. Сели, подъем, опустились. И встали. Подъем, вниз, встали. Хорошо, отдыхаем.
Второй подход. Поехали. Сели, подъем, опустились, встали. Сели, носок, стопа, встали. Сели. Хорошо. Еще добавляем к этим упражнениям прыжком сведения ног. Сели, подъем, опускаем стопу, прыжком сводим ноги, сели, подъем, опустили стопу, прыжком сводим ноги. Поехали. Сели, подъем, сели, подъем, сели, подъем, сели, подъем. Сделали, сбросили усталость. Я чувствую внутреннюю активность, да, очень хорошо. Концентрируемся. Поехали. Сели, подъем. Сели, подъем. Вместе врозь. Сели, подъем. Сделали. Хорошо. Да, выпад с перекатом. Поехали. И перекат. Попа назад. Не просто наклон. Мы опускаемся на бедро, растягиваем. И перекат. Садимся и перекат. Хорошо, попу назад больше. Вводим попу назад. Стараемся. Хорошо. Отдыхаем и второй подход. Поехали, пошире, пошире ножки. И сели, перекат. Сели, перекат. Смотрим вперед. И садимся на бедро. Сели, 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 перекат, сели. Хорошо, терпим. Попу назад. Хорошо, ложимся на коврик.
Ножки перпендикулярны полу. Сгибаем ноги в коленях. Разгибаем, напрягаем. Разводим. Во время того, как мы раскидываем, мы тормозим конечные точки внутренней поверхности бедер. И тут же внутренней поверхностью бедер мы сводим. Сгибаем, разгибаем. Развели, затормозили, свели. Поехали. Притормаживаем в конце. Обязательно. Включаем внутреннюю поверхность бедер. Включили, свели. Хорошо, отдыхаем. И второй подход. Разгибаем, разводим, притормозили бедрами внутренней поверхностью бедер и тут же сводим, напрягаем внутреннюю поверхность бедра. Поехали. Разгибаем, свели. 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 Следующее упражнение. Работаем только правой ногой. Упражнение называется часы. Руки можно расставить пошире, чтобы была опора. Ноги перпендикулярны полу. Опускаем правую ногу вниз. Вниз. Как можно ближе к полу. И возвращаем по кругу в исходное положение. Вниз. И по кругу возвращаем. Вниз. Как можно ближе к полу. Минимальное расстояние и возвращаем. Подтягиваем ногу внутренней поверхностью бедра. Хорошо. Меняем ногу. Я подвинусь. Работает левая. Вниз и через сторону к себе. Вниз, через сторону к себе. Вниз, через сторону к себе. Вниз, через сторону к себе. Ближе к полу. Сделали. Комплекс завершен. Девчонки, обязательно потяните внутреннюю поверхность бедра. Можно сесть. Позу лотоса стопа к стопе. Взять себя за стопы. И попружинить. Хорошо, если еще кто-то поможет. Подавит на спинку. И мы опустимся ниже, ниже. Попружинили так. Ножки пошире. Потянули так внутреннюю поверхность бедра. И последнее. Развели бедра. Колено у нас на уровне пятки.
попружинили еще в таком положении. Можно в таком положении зафиксироваться и посидеть в телефоне минутки 2-3. Потом потихонечку, постепенно собрать бедра. И все, мы закончили, комплекс завершен. Девчонки, на сегодня все. Я надеюсь, вам понравился этот комплекс. Если вам нравятся комплексы такого плана, когда я немножко делаю разогревы, в конце показываю, как растянуть мышцы, над которыми мы работали, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите мне это в комментариях. На сегодня все. Увидимся на следующей тренировке. Пока-пока.